Всем привет, вы на канале Crypto Commons. И мы начинаем наш новый, свежий, актуальный биткоин обзор. Ой, только Гриня давно не катался на скейтбордах, вот что я хочу сказать. Так, ну что у нас тут происходит на графиках, давайте посмотрим. Но сначала полюбуемся этим прекрасным видом аргентинской зимы с пальмами. И приступаем. Итак, дорогие друзья, что у нас происходит на графике? Вот, а происходит у нас следующее, друзья. Посмотрите, биткоин как по учебнику тестирует свое предыдущее сопротивление в качестве потенциальной поддержки, как мы видим с вами. При этом сеточка EMA Ribbon тоже, обратите внимание, как красиво разворачивается прямо сейчас в бычью сторону. Ее мы тоже с вами тестируем на недельном таймфрейме как потенциальную поддержку. При этом что мы видим, что смыло уже столько трейдеров. Только за последние сутки лонгов в сумме ликвидировано на 10 миллионов долларов трейдерских позиций. Так что, ребята, что из этого можно извлечь? Что, во-первых, не лезьте в маржиналку, если не понимаете, что такое торговля с плечом. А сначала изучите вопрос. Вот. А если все-таки хотите торговать с плечом, то понимайте и принимайте все риски. И посмотрите видеоурок, который сейчас появится у вас где-то вот там. Вот. Поэтому смотрим сейчас, как будет биткоин реагировать на этот уровень. Смотрим также, как поведут себя альткоины, потому что мы видим, что BTC-доминация просто улетает. Улетает просто в космос, пробив вот это вот сопротивление, посмотрите. И то, о чем, кстати, мы с вами и говорили в прошлом обзоре, что да, сейчас, скорее всего, будет финальный всплеск BTC-доминации, после чего мы обязательно увидим какой-то более серьезный откат. Ну, хотя бы типа вот такого. И там-то и будет альт-сезон, ребята, и там нужно реагировать и быстро впрыгивать в ракету, пока другие сомневаются. Собственно, я делаю это уже сейчас на любимой бирже Bybit, ссылка на которую в описании. Набираю лонги, заново набираю лонги, ребята. Биткоин, эфир, битдау, лайткоин, мана, XRP. Сейчас по вот таким монетам, но планирую наращивать позиции по другим монетам тоже. Потому что рост будет внезапный и стремительный, друзья, по всем рынкам. Не только по крипте. Но, тем не менее, вернувшись к разговору о биткоине и альткоинах, посмотрите на общую капитализацию, total. Это капитализация биткоина и альткоинов. Она уже не удерживает у нас с вами эту поддержку. По недельной сетке EMA Ribbon она у нас с вами уже пробила этот уровень предыдущего сопротивления вот здесь. Но можно сказать, конечно, что у нас тут есть нисходящее сопротивление по тоталу. Наверное, будет так даже вернее. И в таком случае мы прямо сейчас его тестируем как поддержку. Потому что, видите, здесь было касание, здесь было касание. Правда, здесь было касание телами свеч, так что это может быть все-таки вот так. Короче, сейчас переломный момент именно для всего крипторынка, поскольку мы видим с вами, как альткоины просто размазывают по отношению к биткоину все сильнее. Total 2, то есть капитализация всего крипторынка без биткоина, мы видим, что падает еще сильнее. А Total 3 без эфира и биткоина просто сыпется уже практически... подходит к своим предыдущим лоям. Так что по альткоинам, конечно же, это время их набирать, но в моменте тренд нам говорит обратное. В моменте тренд нам говорит, что альткоины к биткоину все еще падают. Тем не менее, я верю в то, что этот тренд развернется, и мы увидим очень хорошие иксы по многим монетам, не только по битку. Вернувшись к битку, что хочется отметить еще, что на ТРДР, посмотрите, на трехчасовом, кстати, ТРДР в настройках 777777, если вы не знаете, что это за скринер, обязательно посмотрите вот тот вот стрим, там очень круто я все рассказываю. Он нам показывает четко уровни, где откупают, посмотрите. Это не просто какой-то там левый индикатор, он реально смотрит по стаканам всех крупных бирж. Вот он, Binance, Bitfinex, Huobi, Kraken, что там еще, Bybit, все здесь. Вот, и мы видим, что действительно откупают каждый раз эти дипы, и биткоин сейчас вышел наверх из этого канала нисходящего и протестировал его потенциально как поддержку, посмотрите, отбился выше. Поэтому смотрим сейчас по битку локально. Я все еще думаю, что мы идем наверх. Посмотрите, здесь мы сохранили аптренд. И в таком случае, да, если мы сейчас пробиваем это нисходящее сопротивление, более глобальное, да, вот это вот, скажем, в районе 27 тысяч, то куда мы можем дойти, следующая цель, это примерно 34 тысячи, друзья. Вот так вот, даже просто на глазок, 32-34 тысячи за биткоин, это следующие цели для наших тейк-профитов. Но дисклеймер, не финансовый совет, друзья, ставьте стопы обязательно. Ставьте лайки, если вам нравится такой контент. Ставьте тейки, тоже не забывайте. Покупайте альткоины по дешевым ценам. Потом себе спасибо скажете. Да, ну и про ETF, опять же, сейчас, если одобрят ETF от BlackRock, то вот вам для примера то, что было с золотом после того, как одобрили ETF на золото.
И тогда, кстати, еще так деньги не печатали, как сейчас. Я вам напоминаю, что госдолг США, ребята, находится в самом бычьем рынке, которым только можно себе представить. 7 триллионов капитализации госдолг добавил буквально за 3 года после ковида. Просто с параболическим ускорением, как вы можете видеть. Поэтому, конечно же, тут надо шортить. А как можно зашортить госдолг США, ребята? Правильно, только лонгуя биткоин. И лонгую крипту к новым высотам. Что я, собственно, и делаю, друзья. Вот, на бирже Bitflex я набираю лонг по биткоину, который вообще не хочу никогда закрывать. У меня здесь, кстати, в обеспечении лежит вообще всего 1500 USDT. И я беру позицию на целый биткоин. Ну, грубо говоря, на 1000 USDT можно взять позицию на целый биткоин в 25-м плече аккуратненько и стоять ее, держать, плавно торговать, разгружать, догружать. Биржа новая, никакого KYC, никакого геморроя с территориальной принадлежностью, документами и так далее. Просто регайтесь по имейлу и торгуйте, как обычно. Вот. Ну и на Фемиксе продолжаю набирать свой кросс-портфель с нулевой комиссией в марджине. Пишите в комментариях, какие монеты еще добавить. Пока что взял Dash, ETC, Chainlink, Audio, Polkadot и Uniswap немножко добавил. Вот, что еще по биржам. На Bitgate держу лонг по Bitcoin Cash в инверсной марже и XRP Link в Bitget токен марже. Тоже держу лонги. Здесь удобно, что можно держать маржу в одной монете, а торговать другую. Короче, друзья, все ссылки на лучшие биржи в описании. Лонгуем вместе, осторожно, с холодной головой. Выводим профит обязательно, держим битки в холоде, а жопу в тепле. Всем профитролей и до следующей встречи. Пока.